Продумывание каждой детали, долгие ремонтные работы и вот, наконец, долгожданное открытие театральной гостиной в здании сцены на Садовом. Мы давно хотели, чтобы у нас появилось еще одно помещение, которое будет больше, чем театральная гостиная в основном здании, но чуть камернее, чуть такое вот более приятное, да, более душевное, чем малая новая сцена. И вот чуть больше года назад, когда у нас появилось здание на Садовом, мы поняли, что одно из этих помещений обязательно должно стать новой театральной гостиной, потому что сама атмосфера здесь располагает к чему-то теплому, приятному, душевному. Гостиная сцены на Садовом расположилась в старинной части здания. Ранее здесь находился исторический вход в театр Тудоровских и музыкальное фойе. Чтобы окунуться в атмосферу того времени, для гостей был показан литературно-музыкальный перформанс. Мне, чудотворцу всего, что празднично самому на праздник выйти не с кем. Возьму вот сейчас. Я брошусь навзничь и голову выможу каменным Невским. Вот я богохулен. Орал, что Бога нет. А Бог такую из пепла выкупил, что перед ней гораздо волнуется и строго. Вывел и велел. Подобного рода сюрпризы будут частенько ожидать зрителей, пришедших на спектакль в театральную гостиную. Это абсолютно новые возможности взаимодействия и общения актеров с аудиторией. Я думаю, что такой формат общения придется по душе нашему зрителю. Мы планируем проводить там регулярно подобные творческие вечера, театральные встречи. И мне бы хотелось, чтобы все зрители, приходя на сценическую площадку на Садовом, ощутили дух той эпохи, стиль того времени. Театральную гостиную открыли спектаклем на углу Дерибасовской, 3. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Постановку уже успели показать в разных городах республики. Теперь она будет представлена на Донецкой сцене. Сейчас в программе появился оркестр. Изменилась немножко программа, потому что вдруг кто-то уже видел. Да, мы все-таки хотим удивлять, хотим, чтобы было что-то новое. Камерность и уют театральной гостиной сцены на Садовом даст возможность артистам театра проводить свои творческие вечера. Во-первых, это намного сближает зрителя с актером, да? Это чуть-чуть убирает вот эту границу, которая есть между сценой и залом, и позволяет нам больше узнать друг друга. А ведь это нужно, это важно. Нужна обратная связь. Нужно, чтобы зрители узнавали наших актеров с разных сторон. Потому что у каждого есть что рассказать. За каждым стоит какая-то огромная история. И очень бы хотелось, чтобы вот это вот близкое общение состоялось.